должен лежать ровно и прочно, поэтому запрограммированная машина «Балластер» выравнивает его по трехмерной системе. Но совсем скоро по этим рельсам будет ходить «Ласточка» с сообщением «Зеленоград-Раменская». МЦД-3 планирует запустить в следующем году. Какая работа проделана на сегодняшний момент на станции? На сегодняшний момент на станции Крюково идет реконструкция пассажирской инфраструктуры под МЦД-3. Сейчас, как мы видим, здесь сделана платформа номер 2, строится павильон, инфраструктура конкорса. А еще нужно доделать второй и четвертый путь. И если на одном уже лежат рельсы и шпалы, то для другого только-только подготовили почву. Сначала выравнивают полотно, затем выкладывают пенопласт и уже потом рельсы и шпалы. Сверху их засыпают щебнем, и специальная техника выравнивает пути до проектной отметки. Кстати, пенопласт нужен для того, чтобы верхние слои зимой не промерзали, иначе пути деформируются. Одну платформу практически доделали, уложили плитку, установили навес и повесили указатели. Осталось организовать лавочки и урны для пассажиров. Здесь вы видите строительство наземного павильона, где будут установлены турникетные линейки, туалеты, благоустройство для пассажиров, кассы. Дальше будет подъем на конкорс, переход и спуск на платформу, где будут установлены также эскалаторы, лифты для маломобильных граждан. Ну и в плане дальше строительства платформы номер 3 и номер 1, где также будут спуск и выход в город, дальше павильон. Над пассажирским павильоном, между прочим, поработали дизайнеры. Здание будет в стиле хай-тек. Здесь мы видим с вами визуализацию станции Крюково, конечный результат строительства. Выход в город, павильон. Запуск МЦД-3 значительно сэкономит время пассажирам. Расстояние от Зеленограда до Раменского 88 километров. Из точки А в точку Б можно будет попасть всего за 100 минут. Сейчас этот путь на общественном транспорте занимает 4,5 часа, да еще и с тремя пересадками. Даже если ехать на машине, на дорогу уйдет 2 часа 25 минут. Я живу в Раменском. Я очень часто езжу к своим друзьям в Химки. Маршрут моего времени занимает 2 часа. И когда откроют МЦД-3, я явно буду экономить больше времени. Я очень жду этот маршрут. И не только я, но и мои друзья, мои коллеги, те, кто живут в Раменском и работают в Москве, также ждут открытие этого маршрута. Всего на маршруте будет 43 станции, из них 5 сделают в Химках. В списке Левобережная, Химки, Подрезково, Сходня и Ферсановка. Также в проекте станции Молжанинова и Новоподрезково. Когда закончатся работы? Работы по станции Крюково планируется закончить в 2 этапа. Первый этап – это когда будет запущен МЦД-3, это второй квартал 2023 года, пойдут поезда «Ласточки» МЦД-3 от Крюково до Раменского. И второй этап – это окончание строительства конкорса и павильонов к концу 2023 года. Расписание для поездов еще не составили, но уже известно, что они будут ходить с интервалом в 5 минут. Учитывая это и скорость движения, пассажиры сэкономят 40% времени. Виктория Комогорцева, Святослав Денисов, Новости 360.